Всем добрый день. Сейчас расскажем. Очень много вопросов по летнему душу. Мы производим капитальные души летние. Ширина метр, длина 2, бывает метр на метр. Высота общая с парником 2,6 метра. Для чего нужна крыша? Чтобы первое, это быстрее вода в баке нагревалась. Второе, от дождя и от естественных осадков. Покрытие бывает серебро цвет или белый, то есть те цвета, которых не видно людей. С одной стороны ручка, кнопка, шпингалет, и с другой стороны шпингалет, чтобы заходить, так сказать, раздеваться и закрываться. Комплектация: трапик 30 на 40, шторка, заходим внутрь, здесь крючки, чтобы вешать одежду. Зашли, разделись, открываем. Видим бак. Здесь поставили мы для себя мощный бак. Самый большой, это на 250 литров. С которой баки идут с подогрева. У них переливочная трубка установлена. Здесь установлена коробка раздаточная, где стоит ТЭН на 2 киловатта. Обычный кран. И душевая стойка. Видите, с лейкой. Мыльница. И вот такая вот еще небольшая, так сказать, ну, в общем, вот это вот. Общая высота у него 2,60, высота стен 2 метра. Вот видите, в нем как бы затененно, все отлично. Это поликарбонат серебром. Обратите внимание, сверху прозрачный поликарбонат. Также выходит вот вилка, видите, для включения в розетку, чтобы нагревать бак. Бак с термодатчиком. И вот с этой стороны, если мы видим, вон там выведено ёрш под шланг для залива воды. Кто через ёрш заливает, кто через вот там вверху горловина на 300, можно через нее заливать. У меня стоит на даче, я через горловину просто заливаю. Ну, вот, вроде бы все, вот такой душ. Образец сделали, потому что у нас стояли образцы. Мы их по акции все, так сказать, продали. Сделали новые. Они сейчас в цвете тоже все перешли полностью на коричневый цвет. 8017. Также оцинкованная труба. И полимерный порошок. Сборка. Значит, сборка очень легкая. Она состоит из чего? Значит, состоит цельносварная вот эта панель дверная. Дверь. Потом следующая еще одна панель тоже цельносварная. И глухая стенка. Еще одна панель. С рамкой, с такой для крепления душевого набора. Все это соединяется как на теплицах. Прогон на саморезы, все отверстия просверлены. С этой стороны тоже. И рамка верхняя идет, на которую устанавливается бак. Тоже цельносварная она. Видите? На нее опирается сам бак. Вот здесь у нас на 250 литров. Сверху идет дуга для крыши, которая вставляется в стойки. И раскрепляется, видите, прогоном, как он крепит сюда к стойке и саму карке крепится двумя саморезами. Также сверху установлен еще один прогон, чтобы поликарбонат держать. Все очень просто, легко. Мы устанавливаем на брус 100 на 100 пропитанный антисептиком. Вы можете на любое основание установить. Это мы его сделали как образец и на работе, чтобы можно было даже помыться. Ну вот и все.